В настоящий момент мы ежедневно перерабатываем 6 тонн муки и 8 тонн мяса. И вот, имея опыт, вот, мы по нашему проекту получили одобрение, рекомендательное письмо у председателя комитета Думы РТ Абиас Хазрята Шарникова. И хотели бы обратиться к Талии Ильгизовне с нашим проектом, поскольку те суммы, которые представляют Центр поддержки предпринимательства, нам недостаточны. Вот, Рустам Нургалеевич, просим вас поддержать и как-то дать нам возможность добиться встречи с Талией Ильгизовной. А что еще? Талии нет? Второй человек? А здесь она. Талия, вы после мероприятия встретитесь, потом меня проинформируйте, пожалуйста. Ладно? Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Добрый день. У меня предложение. Так как я уже, конечно, не молодой предприниматель, 30 лет, я из Татарстана 30 лет. У меня первое предложение. Вы сказали, народная молва помогает. К сожалению, не всегда. В современном мире надо... Мы рекламируем на татарском радио. Вот, допустим, каждый месяц. А есть комитет Государственной Думы Татарстана, который поддерживает развитие татарского языка. Если бы помогли конечно, какой-то суммой, я бы могла выступать больше и чаще для всего татарского населения, которое слушает татарское радио, о своей продукции на татарском языке. Это первое предложение. Второе... А какой продукции? Это Люстрелла, 30 лет, и мы производим фармацевтическую продукцию. А вы во-первых, на рекламу деньги просите, да? Не рекламу, потому что деревня слушают же. Они же русские не слушают. Яша. Второе предложение. Наша пресс-служба здесь. Обязательно мы найдем форму, как второе вам дать больше времени. Второе предложение. Есть очень хорошие мероприятия, проходят по Татарстану. Первый из них – Конгресс татар. Они организуют великолепные женские съезды, встречи, каждый год почти. Но вот, к сожалению, они оставляют за бортом, кроме традиций и обрядов, непосредственно производителей, женщин. Вот приглашали бы они... А шмакарлар жиябыз бит вообще? Олар ауылдан, ауыл шмакарлардын жиялар. Хар елны. А мына Конгресс татар. Хатын кызларны шакырмай бир кашандагын. Асхат Акыш. Васил Гайзыш кайтырбыз. Он нашел, да? Булды. Булды? Булды. Меним вахыт... Эх, мен сіздің бит... Йоқ, яқташ. Шоға көрі... Да, біз қадыр фотоға түшіргеті. Жетшіпей біз, мен соға қалам. Барыңызда рахмет. Спасибо всем большое.